Всем привет! С вами Джорджия Ресорт. И это мой сегодня уже третий ролик. Сейчас мы находимся. И вид на Барханы. Во второй половине дня, когда они хорошо высыхают. Посмотрите, сейчас еще будет. Достаточно классно смотрится. Там еще большой водоемчик. Рельеф здесь полупустыня. Ну, рельеф, да. Сори. Оговорка. Ладно, я вот хотела показать, где вот колючки, колючки стоят. Для полного колорита не хватает. Кстати, насколько хорошо слышно голос, потому что он очень хорошо ветер носит. Снимаю я на достаточно классный телефон. А ветер еще так колышет руки с телефоном, телефон как парус. Надеюсь, качество съемки будет хоть немножко приличным. Все-таки улучшится, стабилизируется. Посмотрите, что делается. Мы сами всегда стремимся путешествовать. Путешествовать не только по Грузии, а по другим странам тоже. Но пока что это сделать немножко сложно. Там еще такое ущелье. Очень классно, очень здорово. Такие барханы всего в трех странах мира. Китае, в Мексике и в Грузии. Вот такая красота. Ждем.